Сегодня в Киевском районном суде Симферополя состоялось очередное судебное заседание по продлению сроков содержания под стражей Муидина Альвапова, подозреваемого в поджогах автомобилей и находящегося под стражей с 23 января. Суд принял решение освободить Муидина Альвапова с 23 июля из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава ЦИК Курултая Заир Смедля. Чем мотивировано такое решение, неизвестно. Моего сына Льва, по-моему, сегодня отпустили 23 числа на Лахсмете, надо будет пойти его забрать. Был суд, и, в общем, следователи его подали, чтобы еще пробить. Но суд отказал. Веселый, довольный, что вот домой придет. Были свои сложности, но, слава богу, это все позади. Надеюсь на справедливое решение, окончательное решение. Очень сильно надеюсь, что будет суд. Есть решение такое справедливое, потому что мой сын этого не совершал. Он этого не совершал, он до сих пор говорит, я этого не делал.